we'll be friends forever, yeah, we're side by side. And we got it all together, we can make it right. And we will be friends forever, yeah, we're side by side. And we got it all together, we can make it right. Привет! Помните меня? Привет, Джулия! Он самый! Но готов, Феликс? Тогда вперед! Show me what you got now. Феликс Форндран, некогда отстающий ученик из школы флигера. Это Элла, мой лучший друг в гимназии от Элеонардо. Доброе утро! Отбросить? На то! Крис и Роберт тоже в нашей банде. Эскадра в сборе! Мы спасли гимназию Отто. И Марио, конечно же, тоже с нами. С тех пор наша школа стала более жизнерадостной. А ее изюминка – учебная полоса препятствий. Здесь даже не замечаешь, как учишься, и начинаешь понимать все намного лучше. И знаете что? Шмидти совершенно раскрепостилась. Помогите, я уменьшил своих родителей. Ну, по крайней мере, она очень старается. С тобой быстрее работа, друг надежный мой. Не знаю я заботы, когда ты под рукой. Наезднику конь нужен, а я ми-экскаватор. И как свинюшки любят лужи, так я мой. Ну, экскаватор? Калькулятор! Мой калькулятор! Мой калькулятор для меня очень-очень важен. Я знаю, сейчас вам будет урок литературы, так что это был маленький пример стихотворения о том, что очень-очень важно для нас. Я хочу, чтобы вы разбились на небольшие группы и вместе придумали такое же стихотворение, да? Хоп-хоп, все в галоп! Что скажете? Ну... Стихотворение. Лучше, чем контрольное. Ладно, давайте решим, что важно для нас. Кто первый? Я люблю все, что летает. Поэтому он вылетел из школы. Оборжаться. Тогда, может, родители? Это не круто. Ну, просто, они ведь важны вообще для всех. Да. То есть ты не согласен, да? Чувак. Если родаки на тебя наседают, ты просто забей, с кем не бывает. Если ремнем тебе угрожают, ты не очкуй, они просто пугают. Если мобилу вдруг отбирают, мне наплевать, я плакать не... Что за отстойный стиш? Почему отстойный? Марио прав. Это дурацкая идея. Это же твоя идея. Да, неважно. Придумаем другое. Ладно. Хорошо. А что еще для нас важно? Музыка. Музыка – это круто. Интернет? Не. А может, дружба? Дружба неплохо. Останешься после обеда. Что? Мы хотели собраться. Ой, блин, точно, забыла. Прости. Пропустите. Эй! Что это с ним? Ну все, до завтра. Марио, подожди! Почему Элла клеится к нему? А что, ты ревнуешь? Я? Ни капельки. Да-да, ни капельки. Герр Михальский, замечательно. Наш новый музей от Элеонардо просто прекрасен. Все сделано на пятерку с плюсом. Мы обязаны отпраздновать это бокальчиком. Чай, Шалфейм? Непременно.
Что ж, тогда я закончу уборку, и все будет готово к собранию родительского совета. Который, надеюсь, выделит нам деньги на реализацию концепции Отто. Вам невозможно отказать, фрау Шмидт-Гессенвайн. Я не помню этот экспонат. А, я нашел это на полосе препятствий. Я боюсь, что это бренные останки Хульды Штегбарт. Хульды Штегбарт? После того, как она уменьшилась. Та училка, которая хотела отобрать у Отто школу? Лучше избавиться от этого. Я позабочусь об этом. Спасибо, Гермихальская. Отличная работа, просто потрясающая. Хорошего вечера. Спасибо. И вам тоже, фрау директор. Спасибо. А, проклятие. Кто тебя? Будет получше, да. Привет, пап. Привет. Ты что-то готовишь? Готовлю? Да, в духовке. Мама может вернуться в любую минуту. Нет! Сынок, поможешь? Спасибо, ты лучший. Скорей! Осторожно! Быстрее, пап! Привет, мам. Привет, красавица. Как прошел день? Хорошо. Какой странный запах. Ты готовить пытался? Что ж, ну ты попытался хотя бы. Да, потому что мне нужно обсудить с вами кое-что важное. Но ведь это невозможно есть. Что-нибудь придумаем. Ты в магазин ходил? Господи, Петр, мы же договорились, что ты занимаешься домом, пока я на работе. Ладно, семейный совет. Присядьте, пожалуйста. Сюда. Короче, с тех пор, как ты вернулась из Нью-Йорка, я топчусь на одном месте. Я не понимаю. И я тоже. В профессию я не добился прогресса, и поэтому я решил попробовать подать заявление. Хорошо. На перевод. Куда? В Дубай. Что? Ты уедешь? Но подожди, мы же только что это проходили. Я знаю, знаю, и поэтому подумал, что в этот раз стоит поехать все вместе. Что, в Дубай? Нет, никуда я не поеду. Останешься один? Но, Феликс, ты еще маловат. Пап, все мои друзья здесь. Так, стоп, никто не едет ни в какой Дубай. Стоп, 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 а почему? Ты сама только что работала за границей. Да, и здесь все чуть не пошло наперекосяк. Петр, посмотри, здесь же полный хаос. Что? Подожди, какой еще хаос? Это потому, что все не по твоим идеальным правилам? Что ты хочешь этим сказать? Не ругайтесь. Мы не ругаемся. Все хорошо, просто не волнуйся. Сказать, что у нас с Феликсом тоже могут быть свои собственные правила. Мы что за правила? Использовать кухню как мастерскую? Не питаться регулярно? Нет. Я закажу пиццу. Нет, да, нет. Закажи, возьми мой бумажник. Дорогая, послушай, ну я же...
Салют, Феликс! Привет, Джулио. Все в порядке? Родители достали. Ну, пиццу дьявола? Что, прости? Она помогает при запоре, ступоре и коме. Бери. Все наладится. Да, конечно. Спасибо. Чао, Феликс. Игнорировал меня, затем уменьшил, и от меня осталась только груда костей. Но вот я вернулась, и уж можешь мне поверить, ты поплатишься за все, Отто Леонард. А кто это? Я! Где? Здесь! Где? И здесь, и здесь, и здесь. Леонард! Поздравляю, фрау Штехбарт. Вы так похудели, вам так больше идет. Вас не узнать. Обязательно ли питать из этой башки? Признайся, ты скучала по моему голосу? Ни капельки нет. Извини, на тебе даже кожи нет, одни кости. А я призрак. Как же ты будешь мстить мне при таких обстоятельствах? Сейчас все сам увидишь. Так, посмотрим. Возьмите отвару из гривы гиены, глаз лягушки быка и зайчьи какашки. Ты хочешь переместить в здание школы свою черную душу? Да! С помощью волшебного зелья твоего друга, великого вождя Чинтовки! Возмутительно! То-то только я здесь школьный дух! Что ж, значит, больше нет! На. Ой, простите. Я достану. Серьезно? Спайдер-гёрл справится. Посмотрите, откуда там эта трещина? Ну да, вот такой вот я силач. Размечтался, Халк. Может, это из-за подмыва и смещения грунта? Внимание, вышка Феликсу! Ловлю. О, давай мне. Мне, сейчас мне. Ловлю. Давай сюда. Давай мне. Давай сюда. Держи, Крис. Лови. Ай, блин, Крис. Упс. Извини. Феликс. Вот. Вчера этого не было. И этого. И этого. Выглядит не очень. Прямо перед собранием родительского совета. Да уж, придется вызвать архитекторов и попросить проверить. Рисковать нельзя. Прошу вас, Герр Михальский, задокументируйте все. Конечно. Феликс, мне нужно с тобой поговорить. Со мной? Да. Ты сегодня справишься без своих родителей? И не только сегодня. В каком смысле? Это просто шутка. Да, я должна поговорить с ними кое о чем важном. Передашь им? Да, конечно. А в чем дело? Я обсужу это с ними. Доброе лично. Утро. Доброе. Доброе утро. Мне пора. Доброе утро. Развлекайтесь, детки. Да, супер. Чего хотела? Не знаю. Может, насчет контрольной работы? Но ты же вроде хорошо ее написал. Да, вроде. Ну что ж, мои дорогие друзья и подруги, что это такое? Кескёсе, кээсэс, туот, кудыт би? Что это за структура? Кто-нибудь знает? Никто? Так вот, это... Катастрофа. Ah!
Эти ведут в музей Отто Леонарда. Эхбард? Как ты попала на картину? Так значит, это ты бродишь здесь и все ломаешь? Знай, я не допущу этого! Что ты делаешь? Нет, прекрати, это очень опасно! Привет. Привет, мам. Здравствуй. Шмидти хочет поговорить с вами. Что? Что случилось? Я не знаю. Она просила передать, чтобы вы вечером приехали в школу. О, что-то серьезное. Ну ладно, Феликс, ты сядь для начала. Зачем? Затем, что мы с мамой тоже хотели тебе кое-что сказать. Да. В общем, знаешь, я поняла, что папа имеет право на такой же шанс, как и у меня, когда вы позволили мне поехать в Америку. Что? Да, мы едем в Дубай. Ну да, то есть папа попробует подать заявление, о, да, а потом посмотрим. Но я считаю, что так будет честно. Нет, что тут честного? Вот. Да, точно. Смотри. Там есть бассейн с большими горками и целый парк с шейхами. И еще... И еще да, это. Вот смотри, мы сможем все вместе покататься на верблюдах по пустыне, а ты будешь ходить в международную школу. У них даже есть служба таксиста. Феликс, там небоскреб 800 метров в высоту. Но вы не можете решать это без меня. Я не хочу в Дубай. Мне не нужны парки с шейхами и водные горки. И ваша международная школа тоже. Феликс, ну... Папа, здесь мои друзья, здесь школа Отто. Что бы ни случилось, мы тебя поддержим, Сэм. Тогда отстаньте от меня со своим проклятым Дубаем! Блин! Может, мы действительно слишком многого от него просим? Возможно, но целый год за границей – это же такое приключение. Ты это про Дубай? Ну, даже не знаю, Петр. Когда приедем, ему 100% понравится. Лично я в детстве за такой бассейн что угодно бы отдал. Да что ж такое? Нам лучше, наверное, надеть каски. Да. Привет, Феликс. Привет, Элла. Что ты делаешь? Да так. Болтаюсь тут. Все хорошо? Мои родители... Они хотят уехать. Что? Почему вдруг? Привет.
Пётр. Это... я не знаю. 3D-искусство? Даже не смей! Ты об этом пожалеешь, Леонард! Я тебя уничтожу! Все малейшие напоминания о тебе я возьму и... Штекборд, моя фамилия, чем могу помочь? А что... что это было? А что? Сидят сейчас у Шмидти и говорят, что хотят забрать меня из гимназии. Но так ведь нельзя. Можно, потому что они взрослые, им виднее. Подождите. Что привело вас сюда? Мы ищем директора Шмидт-Гёсенвайн. Ясно, фрау Шмидт-Гёсенвайн. К сожалению, больше недоступна. Но она нас вызвала. И мы хотели ей кое-что сказать. Школу нужно немедленно закрыть. Похоже, мы наконец-то сошлись с тобой во мнении, Леонард. Вот бы они были маленькие, а я бы говорила им, что и как делать. Как Шмидти тогда? Ты этого не хочешь? Хочу, еще как! Женщина, она просто огроменная. Что за глупость? Она всего-то чуть-чуть выше меня, и то из-за каблуков. Это был последний раз, когда ты кого-то уменьшил, Леонард. Я хотела спросить, мы можем увидеться? Сегодня никак. У меня одна встреча. Да? И с кем же? Ну, с Марио. Подожди, с чего это ты встречаешься с Марио? Ни с чего. Это он предложил. А не можешь отменить? Нет, извини, я пообещала. Не его же отправляют в пустыню. У Марио тоже проблемы. Вот уж на что мне сейчас точно плевать. Феликс, не будь дураком. Мы с тобой могли бы увидеться... Да пошли, вы задолбали меня уже! Феликс, я... Мама? Папа? Смешно. Как обычно. Привет, мама. Ну где вы? Папа опять забыл телефон, а ты не отвечаешь. Перезвони. Подведем итог. На дворе 2018-й. Я была мертва больше 100 лет. Школа снова живет по дурацким идеям господина Леонарда. Детей перестали воспитывать. Их просто перестали наказывать. А это одно и то же. Вы позволите нам уйти? Ни за что! Почему? Мы же ни в чем не виноваты! Да, зачем мы вам нужны? Вы задумывались, почему этот старый чудак до сих пор обитает в этом здании, где он черпает огромную силу все эти годы? Кто? Отто Леонард? Потому что о нем помнят! Здесь все напоминает о нем, все им восхищаются! Хотя ему наплевать на всех остальных! Но теперь все кончено! Видите?
своего шара, он совсем побледнел. Скоро ничто не будет о нем напоминать. И тогда он станет настолько слаб, что я захвачу это здание. Ненавижу это дряхлое тело. Нужно поскорее стать школьным призраком, пока оно совсем не распалось. Петер! О, боже! Петер! Блин! Явно что-то не так. Я помню, как у Феликса не было подходящих слов, чтобы описать, насколько странная эта школа. Думаешь, он что-то знает об этих странных делах? Да. Мы должны были послушать его. Петер, стой! Петер! Перестань, пожалуйста, трясти клетку, а то я сейчас с ума сойду! Я пытаюсь выбраться отсюда! Я не могу просто сидеть, как ты! Ну так это не делается! Короче, давай сперва все хорошенько обдумаем. Да, отлично! Давай! Хорошо. Это птичья клетка. Сделано так, чтобы выбраться из нее было сложно. И мы застряли в ней навсегда. О, брось, да что за вздор? Будь же благоразумней! Ах, да, точно! Ведьма уменьшила нас до размера лего, но я должен быть благоразумным. Ясно. Ну, конечно! Стой! Есть способ, при котором даже маленький размер может иметь большое значение. Раскачать! Точно! Да! Гениально! Это супер идея! На счет три? Да, ладно. Давай. Раз, два, три! Нет, милая, так не получится. Кто это? Феликс? Ты что так поздно здесь делаешь? Ермихальский, вы не видели моих родителей? Нет. Но фрау-директор хотела с ними поговорить насчет трещин в здании. Разговор мог затянуться. А, ясно. Я-то думал, куда они пропали? Ха. Не волнуйся, они большие, могут о себе позаботиться. Конечно, вы правы. До свидания. Пока, Феликс. Неужели опять?
в порядке, милая? Да. О, боже. Это чудо, что мы вообще выжили. Но не драматизируй. И как нам попасть домой? Это же Феликс. Феликс? Феликс! Феликс! Так, Адельхайд, думай логически. Ты знаешь, у любой проблемы есть решение. Как тебе выбраться отсюда? А, точно, нужно решить задачу. Мой учитель музыки также реагировал. Часа, много дней пройдет, пока мы дойдем до дома. А какие есть варианты? Нельзя, поаккуратней! Дорогая, я знаю, как ускориться. Пиццерия Маркоса! Пицца с тунцом. Хороша для кожи и любви. Чао! Дорогая коллега. Ты? Как ты сюда попала? Как же я рада, что наконец-то нашла тебя. Из-за тебя я оказалась в таком виде. И почему ты не в картине? Вынуждена отметить, что у тебя совершенно неверное представление обо мне. Мы обе должны винить в своих бедах Отто Леонарда. Зачем ему уменьшать меня? Я им восхищаюсь. Все им восхищаются, но только... Он совершенно свихнулся. Что? Его нужно остановить. Я разрушила большую часть его магии. Однако, твоя помощь мне не помешает. Как и тебе моя. А что у тебя с глазами? Мое тело слишком старое. Оно не подчиняется мне. Вот Соня несчастный. Поверить не могу. Феликс! Феликс! Нет! Феликс, просыпайся! Боже! Наконец-то! О, нет, вы тоже уменьшились! Все, что ты можешь сказать? Я год назад пожелал того же Шмидти, и это было как кошмарный сон. Ты уж поверь, это на самом деле. Подожди, это ты, что ли, нас уменьшил? В тот раз Отто Леонард. Я же говорила, что он что-то знает. Отто Леонард? Основатель школы? Да, верно. Он что-то вроде духа, охраняющего школу. Он также уменьшил Шмидти, когда из-за нее школу могли закрыть. И мы хотели предложить закрыть ее. Подождите, не успеваю следить за мыслью. Просто... То есть... Почему вы хотели это предложить? Ну как, а ты видела эти трещины? Так это из-за трещин.
Тогда нужно объяснить Отто Леонарду, что это ради безопасности. Да. То есть ты можешь помочь нам снова вырасти? Думаю, да. Скорей, поехали в школу! Прямо сейчас, посреди ночи? Феликс, подожди. Мы очень голодные, и нам бы сначала ванную. Да, очень. Посмотри только, какие мы грязные. Вы предлагаете мне вас помыть, покормить и уложить спать? Угу. И еще я очень сильно ударилась ногой. Так. Мне очень сильно захотелось в туалет. Правда? Ну, вот так. Петр, ты совсем уже? Но я же не могу спуститься туда. Я этого и не предлагаю, но ты мог бы хотя бы... Покажи мне колено, мам. Да, я думаю, я туда инфекцию занесла. Да, нужно продезинфицировать. Что? Нет, все совсем не так плохо, как может показаться. Надо, значит, надо. Ты всегда так говоришь перед тем, как побрызгать этой жгучкой. Нет, нет, Феликс, пожалуйста, пожалуйста, надо, не надо. Надо, значит, надо, верно. Осторожно, сейчас будет щипать. Как жжет, как жжет. Зато помогает. О, нет. Теперь я еще и вся мокрая. Сейчас я просушу тебя. Прости. О, боже. Феликс, вытащи папу скорее, вытащи его оттуда. Феликс. О, боже. Фу, какая же гадость! Ладно, искупаю вас. Петр! Чего? А тебя нужно еще побрить. А? Да, это правильно. Феликс, побрить? А ты уверен? Просто мне кажется, это очередь. Упс. Ха, круто. Давай попробуем еще раз. Ты стал выглядеть моложе. Ха-ха, очень смешно. Так, вот. Что это? Спальные мешки. Где? Вот. О, как пахнет травой и походом на природу. Потными ногами. Да, круто. Элла, позвони мне. Спите, завтра станете большими. Спокойной ночи. И спасибо за все. Да, еще, Феликс. Что? Сегодня в школе было нечто очень странное. Там была одна женщина. Да, как точно. Ее? Хульда Штехбарт. Как-то так. Хульда Штехбарт? Да, точно. Она умерла очень давно. Кто-то разыграл вас. Нет, она... Сынок, она выглядела очень живой. Более того, она хочет стереть память об Отто Леонарде. Угу. Что? И вы об этом молчали? Нужно немедленно сказать Шмидте. Сейчас? Да! Феликс? Феликс! Феликс! Минутку. Где же еще? Фрау
Кто здесь? Фрау Шмидт-Гёсенвейн? Что ты здесь делаешь? Дверь была открыта. Все равно это не повод, чтобы вламываться в чужой дом посреди ночи. Тогда почему вы здесь? Это дом Шмидти. Она в долгосрочном отпуске. Серьезно? А с ней можно как-то связаться? Нет, я не знаю. Что еще тебе нужно? Больше ничего. Доброй вам ночи, фрау Штегбарт. Откуда ты знаешь мое имя, мальчик? Значит, и правда вы. Еще увидимся! Какое время? Тебе следует больше мне доверять. Стала бы я приносить тебя сюда, если бы хотела навредить. Подумай, да? Женщинам-руководителям нужно держаться вместе, иначе эти мужланы будут вечно утирать нам носы. Ну хорошо. Если ты хочешь управлять школой согласно принципам Отто, пока я не могу этого делать. Об этом я и толдычу тебе который час. Расскажи мне про все вещи, оставшиеся от этого хрыча, и я обо всем позабочусь. Разумеется, согласно принципам Мотта Леонарда. Самое важное сейчас – это собрание. Так. В субботу родительский совет должен одобрить финансирование концепции школы Отто. Ты могла бы прорекламировать коллективное обучение, полосу препятствий и музей? Ну, конечно, да, с превеликим удовольствием. А что будет, если родительский совет не даст одобрения? Ну, тогда мы не сможем позволить ничего, что напоминает об Отто и что делает эту школу такой особенной. Прекрасно! В смысле, ужасно! В смысле, я потрясена тем, как это ужасно. Я не знаю, какую игру ты затеяла. Пора вставать. Что, уже вставать? Нет времени, мы должны найти Шмидти. Я принес вам немного поесть. Класс. Ну ладно. 5 минут. Ты говорил что-то про еду, я умираю с голоду. Да, я все купил. А, супер, скажи, а ты постирал наши вещи? Упс. Но мы не можем пойти вот так. Ладно. Где же коробка? Когда я просыпаюсь, я голоден. А как поем, снова устаю. Тише. Это не то. А вот это сойдет. Вот. Приятного аппетита.
Это Хэппи Мил? Да, я подумал, что Биг Мак вы не осилите. На завтрак? Мама, мы спешим. Это ж Техбарт и правда существует. Она типа зомби и хочет захватить школу. Вкусно. А игрушка тоже прилагалась? Папа! Это кто может звонить в такой час, а? Какой-то длинный номер. Наверное, это Кеслер из Дубая. Феликс, ты не дашь мне телефон? Ты еще слишком мал, чтобы иметь свой телефон. О, Феликс! Да, именно это вы мне все время говорили. Форндрен? Феликс, это очень важно! Да, я слушаю. Что? А почему он тебе звонит? Ты ведь только собирался подать заявление. Ну, я сделал формальный запрос без всяких обязательств. Нет, пока я не готов приехать. Феликс! Петр! Но такая возможность выпадает раз в жизни! Да, дело в моей семье, понимаете? Это решение непростое. Да, перезвоню. До свидания. И когда ты хотел мне сказать? Но ты ведь согласилась. Да, но я не знала, насколько плохо это воспримет Феликс. Может, хватит уже ругаться? Нужно перезвонить. Феликс, дай мне телефон. Нет, Феликс, не делай этого. Почему ты не можешь меня поддержать? Эй, мелюзга, я сказал, успокойтесь. Сейчас есть другие заботы. Привет, Элла, это снова Феликс. Перезвони мне. Пойду есть картошку. Все никак не сдашься, Леонард. Фрау Шмидт-Гёссенвайн. Герр Михальшке, я здесь, спасите меня! А, вы здесь! Герр Михальский, я полагаю. Да? А вы кто и где фрау-директор? Болеет. Что-то серьезное? Вы ведь школьный прислужник, да? Я завхоз. Точно, вы завхоз. Ну, конечно же. Нужно сделать пару важных вещей. Во-первых, уберите все из музея Отто Леонарда. Но мы его только подготовили. Хорошо, и снова все уберите. Мы с фрау-директором хотим представить новую концепцию родительскому совету. Ладно, как скажете. Во-вторых, отдайте мне ключи от школьной башни. У меня их нет. Мы много лет ее никак не использовали. Она заброшена. Очаровательно. Принеси мне ключи, прислужник. Завхоз. Конечно, завхоз-слуга. И быстрее, пожалуйста, в темпе вальса. А? Хоп-хо! Игры. Ладно, я должен засунуть вас сюда. Что? Нет, я не могу, я... Меня стошнит! Не бойтесь, Шмидти это выдержала, иначе не сможем поехать на скейте. Ты повезешь нас на скейте? Что ты задумал? Мне не нравится эта идея! На машине запрещаю!
мы всегда гордились, что ты у нас такой... Такой подразумный! Да! Ваша машина у школы, вы забыли? Как у школы? А, ну да. Точно, да. Пристегнуться и надеть шлемы. Пахнет шоколадом. О, так бы и съел тебя. А быстрее нельзя? Ха-ха, очень смешно. Хочу в туалет! Серьезно? Ты что, не могла пописать дома? Дома я не хотела! У тебя больше места, чем у меня! Феликс! Твоя мама толкается! Тормози! Красный! Вы меня уже достали! А ну сидите там тихо! Не может быть! Уже зеленый! Это что, Феликс едет? Не знаю. И у него проблемы с родаками. Хотят уехать за границу. Они хотя бы еще вместе. Почему ты не скажешь остальным, что твои развелись? Да я не хочу плакаться и выглядеть тупо. Что за бред? Мы же одна команда, и мы друзья. К тому же, мне это ты сказал. Потому что ты спросила. Другим на все наплевать. Хреново, когда никто не замечает, насколько тебе паршиво. Я не думаю, что они это со зла. Они парни. Еще немного, мы почти внутри. Йоу, Феликс! Привет! Привет, ребят! Я опаздываю, есть срочное дело. А ты не знаешь, где Марио и Элла? Целуются на площади. Гадость. Йоу, респект! Вам нехорошо? Ах, его шар пропал. Какой еще шар? Он все время был здесь. Да, я тоже помню. Он там крутился и... Горел? Точно! Хульда Штехбард забрала его. Блин, он нам очень нужен. Но, подожди, куда? Я сейчас вернусь. Но, Феликс! Смотри, вон наши головки. Сладкая парочка. Парни, вы чего это делаете? Закончили? Ты о чем? Феликс сказал нам, что вы там тискались, все такое. Что? Богу. И вы тоже уменьшились? Что значит тоже? Как мои родители.
Я хотел поговорить с Отто Леонардом, чтобы он вернул их обратно. Но его шар пропал. Нет! Нет, он у Хульды Штейхбард. Она хочет запереть его в башне, чтобы спрятать подальше от Отто Леонарда. Зачем ты их взял? Чтобы вытащить вас. О, Феликс, пожалуйста, поосторожней. Я всегда осторожен. Ладно. Леонард выглядит все хуже с каждой минутой. Это все из-за Хульды Штехберт. Она лишает его сил, уничтожая работу его жизни, и на собрании совета она покончит с ним. Призрак может умереть? Как это возможно? Когда исчезнут все вещи и дела, которые напоминают о нем, его не станет. Мы должны срочно вернуть шар. Феликс, школьная башня как крепость. Там три мощных двери, от которых у нас нет ключей. И сотни ступенек. Дорогая коллега, школьный слуга избавит меня от этой проблемы. Слуга? Гер Михальский? Он не станет тебе помогать. Ты уверена? Вы не можете так поступить! Какая опасность для жизни! Бегите, Алекс! Идиот! Марио, что случилось? Что за бред ты рассказываешь? Что? Что мы с Эллой, сам знаешь. Ну просто вы много времени проводите вместе и... И что? Не лезь в это! Ты ничего не понимаешь! Я все понимаю. И мне плевать. Мне правда очень нужно... А мне нет! Ты спятил? У меня нет времени на все это! Псих! Все, мы уже на месте. Выходите. Ну как вы? Все в порядке? Все хорошо, милая? Точно? Все хорошо. Сынок! А почему вы подрались, Марио? Вы же друзья. Да, просто все пошло наперекосяк. А! Милый, если мы можем хоть как-то помочь... Чем вы поможете? Ну, мы же твои родители. Да. Если честно, помощь родителей мне бы не помешала. И мы хотим... быть хорошими родителями. Угу. Мне нужны мои друзья. В одиночку я вам не помогу. Шмидти вон тоже уменьшилась. Да. Элла, нужно срочно поговорить. Что здесь написано? Послушание, рвение, порядок и чистоплотность являются основой воспитания. Забудь об этом. И, похоже, об этом совершенно позабыли. Достаньте латынь! Что? Но у нас нет латыни. И по расписанию биология. А я сказала, будет латынь. Еще один вопрос, и вас ждут 5 ударов по ладоням. Понятно? Вы не имеете права. Не тебе мне говорить о моих правах, выскочка. Завтра днем родительский совет одобрит мою концепцию школы. И конец вашей полосе препятствий и коллективному обучению. Но это противоречит тому, что создавал Отто Леонард. Именно. А ну встать! Руку вперед!
Элла, наконец-то! Зачем ты пришел? Я понимаю, ты злишься из-за глупости, которую я сказал. Зачем ты это сделал? Я увидел вас двоих, и это выглядело, как будто вы, ну... А ты что, ревнуешь? Я? Что? Нет, я хотел поговорить с тобой. Блин, Феликс, я встретилась с Марио, потому что он был подавлен. У него родители разводятся. Правда? Боже, это ужасно. Почему он нам не сказал? Потому что не хотел. Элла, я такой идиот, прости меня. И ты пришел только ради этого? Да. То есть нет, из-за родителей. Mm. И они разводятся? Нет, они уменьшились, как тогда Шмидти. Что сделали? Уменьшились. Мне нужна помощь. Я посылал тебе фото. О, черт, Феликс. Наверное, я не увидела. Конечно, я помогу. Спасибо. Будет нужна обвязка. Ну, с этим нет проблем. И нужны Крис, Роберт и Марио. Сделаем. Круто. Класс! Уменьшенные зачетненько. Родаки! Боже. Отомстил хоть немного? Запер в духовке или типа того? Давай, колись! Нет, это не специально. Правда, это все равно, что с двумя маленькими детьми нянчиться. Эй! Нет! Привет, Марио! Феликс? Спасибо, что пришел. Насчет того, что я говорил, мне очень жаль. Проехали. Но если завтра родительский совет все одобрит и полосу препятствий уберут, будет слишком поздно. Мы должны действовать быстрее, чем Хульда. Точно! А как? Народ, какой у нас план? Сперва нужно забрать шар Отто Леонарда из башни. Да, и в то же время освободить Шмидти. А, простите, все это кажется мне очень опасным. Да! Боюсь, эта Штехбард уже не спустит глаз со Шмидти. Как ее спасать? Хульда не будет рисковать и брать Шмидти на заседание совета. А значит, где-то ее спрячет. Ого, тогда у нас будет всего час. Мы можем вам помочь! Вы? Еще позовите семерых гномов. Короче, вот план нашей школы. Мы стартуем отсюда. Ясно? Да, все ясно. Смотрите, а вот сюда. Здесь... Да. Они не могут действовать без разрешения. Так нельзя! Ха, да неужели? Интересно, Форден? Что на это скажет Феликс. А что, Феликс? А ты вы сам можете подумай. Помолчать? Насчет чего? А, не понял. Вы предлагаете большую зарплату? Это из Дубая. Я позвоню. До свидания. Но! Ты получишь на 30% больше, если поедешь в Дубай с семьей. На 30% больше? Да вы представляете, сколько это? Ты хочешь в Дубай уехать? Я-то нет. Но Феликс пробыл в нашей школе всего год. И вы же уже уезжали. И Феликс очень скучал по да, вам. Да, и я тоже, но тут... Бывают же на свете эгоисты. Дети, Феликс, так, ты не можешь еще так с нами поступать. Короче, это точка сбора. Поняла. Марио и Крис, вы хорошо. Пойдете сюда. Да. Эта работа мне очень нужна. А кто отвлечет Михальский? Насчет него мы решим потом. Михальский беру на себя. Затем встречаемся у ворот. Ладно. Вы двое идете сюда. Да. А мы? А я с тобой. Мы будем здесь. Идет. Удачи. До завтра. Пока. Полдевятого. Феликс, я... Марио, прости, что не увидел, как тебе плохо. Но привычка ничего не замечать у меня от отца. Я тебя слышу! Класс, твой старик такой же псих, как мой. Пока. 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 До завтра. Пока. Кстати, скалолазанием занимался? Честно говоря, мне всегда было страшновато. А, тогда подстрахуешь, будешь стоять внизу и держать веревку. Надеюсь, это смогу. Пока. Пока. Какой он стал большой, да? Для нас с тобой сейчас так раз в 10 больше. Да я не об этом. Я все поняла. Ты абсолютно прав. Так. Вот это вам. Спасибо, здоровяк. Спасибо. А ты не будешь? Буду.
Позже. Сначала наведу порядок. Слушай, Феликс. Да? Я просто хотел сказать, я понимаю, что нельзя заставлять тебя ехать в Дубай. Ага. И я не буду счастлив, если буду знать, что вы оба, что вы там, но что вы несчастны. Это значит? Это значит... будем скайпиться. Что это? Да? Телевизор? Это что? Радио с картинками? Да, можно и так сказать. Дурацкое изобретение, выключи! Нам не нужен этот галдеж! Завтра на собрании совета самое главное, чтобы никто меня не прерывал. Ты справишься? Да, конечно. Особенно это касается Феликса Форндрена. Не впускать его! Понятно? Но почему его? Ты ведь хочешь вернуть свою любимую? Нет, Михайский, помогите мне! Прошу, не издевайтесь над ней! Все зависит от тебя. Здесь раньше была пневмопочта. Да. За этими досками к ней сейчас не подобраться. Большое спасибо! Привет! Привет! Почему опять так рано? Можете не вставать. А ты нас что, не возьмешь? Вы видели, что Хульда сделала со Шмидти? Это слишком опасно. Ты нас здесь не оставишь? Оставлю. Я не хочу, чтобы Хульда до вас добралась. То есть мы должны торчать тут весь день и ждать, когда ты вернешься? Поиграйте пока в мои игрушки. Вы под домашним арестом. Ни разу мы не сажали тебя под арест. Очень жаль, что ты не такой, как твои родители. Неважно. Сейчас я вами командую. Я замещаю фрау Шмидт Гёссенвайн. Здрасте. Я Штегбарт. Я замещаю фрау Шмидт Гёссенвайн. Здрасте. Я Штегбарт. Замещаю фрау Шмидт Гёссенвайн. Здравствуйте. Я Штегбарт. Замещаю фрау Шмидт. Добрый. Да, здрасте. Я Штегбарт. Я замещаю фрау Шмидт Гёссенвайн. Ты чего это? Занятий нет, сегодня суббота. Как суббота? Вы уверены? Просто я думал, сегодня понедельник. Сегодня точно суббота. Придется позвонить родителям. Вы не поддержите? Вот подстава. Ведь мог спокойно выспаться. Круто, Крис! Отлично! Класс! Так, кто на стрёме? Я могу постоять. Тогда вы за Шмидти. Как найдете ее, встречаемся в музее Отто Леонарда. Супер! До встречи! Пока!
Дорогие родители, прошло много времени с тех пор, как здесь был введен коллективный подход к обучению. В чем дело? Группа детей прокралась в здание школы. Ну так иди в башню и охраняй шар, идиот. Так, еще немного левее, да? Есть! Еще... Да! Да! Возвращаю дрон. Спасибо. Зацепляйся. Вот так. И веревку держи в натяжную. Давай. Нет, это все неправильно. Что неправильно? Что мы уменьшились, или что мы хотим разлучить Феликса с друзьями, или что ты вообще едешь в этот Дубай? Все, но главное, что нельзя оставлять Феликса одного. Да, конечно, но Феликс совершенно прав, когда говорит, что мир слишком огромен и опасен для нас. Милая, но мы все же его родители. Да, просто... А как мы доберемся до школы? Так же, как добрались сюда. И от пиццы я бы не отказался. И хочу с прискорбием сообщить вам, что с тех пор успеваемость почти всех учеников школы ухудшилась. Кроме того, вы должны взглянуть на опасности, что таит в себе полоса препятствий. Прошу всех следовать за мной. Леонардо были только добрые намерения. Но посмотрите сами. Например, в этой дыре совсем недавно застрял ребенок. Что? И пожарной бригаде понадобилось 14 часов, чтобы вытащить его оттуда. Надо отвлечь Михальский. Да. Придется лезть обоим. Выхода нет. Я буду его отвлекать, ты залезешь с другой стороны башни. Мне забраться туда?
молодец. Хорошо. Ой, как не высоко, смотри вниз. Как высоко. И медленно высоко. Повернись. Не смотри вниз. Ладно, поворачиваюсь. Ты справишься. Вот так. Хорошо. Крис, глянь-ка сюда. Что это? Пневмопочта! Пыль стерта. Подвал? Подвал! Этот уродливый старый гриб обрушился на половину 5-го Б-класса. Было не самое приятное зрелище. Прошу вас пройти за мной в класс музыки. Феликс, давай мне руку. Открытое окно. Сможешь залезть? Да. А я отвлеку Михальски. Нельзя лазать по школьной крыше. Это запрещено. Почему? У меня есть лицензия. Элла, к сожалению, мне придется отвезти тебя к директору. Ты это понимаешь? Да. Кстати говоря, не знаете, где она? Фраушмидт Гессенлайн? Да. Она... Феликс! Пока, Михальский! Элла! Хуже! А здесь одна из учениц сломала все пальцы на руке. Так что, если вы согласны, что идеи Отто Леонардо представляют угрозу для детей, прошу вас поднять руки. Да, 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 я так и думала. Всем спасибо. Она должна быть здесь. Где остальные? Где Шмидти? Сейчас позвоню им. Да. Это она! Мальчики, я здесь! Ну где вы там? Мы в мастерской. Нашли Шмидти? Только не это! Сейчас пришлем. Что? Наше собрание окончено. Все вопросы в письменной форме. До свидания. Это похоже на кетчуп. Простите? Это и правда кетчуп. Это очень опасно. Нужно быть поосторожнее. Шмидти! Феликс! Слава богу, мы вас нашли. Все в порядке? Да, да. Все хорошо.
Гер Леонард, вы слышите меня? Мы принесли сюда ваш шар. Чтобы покончить с Хульдой, нужно увеличить Шмидти. Нужно расколдовать и Шмидти, и родителей Феликса. Гер Леонард, прошу вас, вы не должны сдаваться. Что мы будем без вас делать? Все пропало. Он исчез. Вы опоздали, детки. С Отто Леонардом покончено. Только через наши трубы. За этим дело не станет. Я теперь займу место Отто Леонарда. Мы этого не допустим. Неужели? А кто сделает твоих родителей и вашу ненаглядную Шмидти большими? Только я это могу. Так что брысь, а не то они навсегда останутся маленькими. Пицца! Что? Одна пицца безо всего. Вкус, конечно, не очень, но зато полезна для здоровья. Пицца от Марка? Феликс? Привет, Феликс. Это ты заказывал? Нет, я не... Нет, все верно, сынок! Мы хотим помочь! Мы все-таки родители! Нет! Простите, это за наш счет. А ну, живо брысь отсюда! А не то я раздавлю твоих родителей! Хоп-хоп! Прощайте! Скоро эту школу будет совсем не узнать! Верните родителей! Я не знаю. Я пытался вернуть Отто Леонарду его силу. Надеюсь, шар не попал в руки Хульды. Теперь делать в этом мире, старый ты болван!
а теперь гирлянда. Да, слушаю. Ого, класс. Как бумбокс для мобилы. Во-первых, вы не могли бы увеличить моих родителей и Шмидти? А, да. Никогда. Почему? Никогда. Но мои родители думали об учениках, когда предлагали закрыть школу. Дай мне закончить. Никогда я не собирался делать их маленькими, оставлять большими. Какой был вопрос? Мама, папа! Наконец-то! Иди сюда. Я так рад. Я тоже. Да. Я Михальский. Я знала, что все будет хорошо. Ты почти с меня ростом. Ну а что делает с Хульдой Штехбард? Мне кажется, герр Леонард, вы просто не замечали, насколько она была несчастной. Я? Да я понятия не имел, что она у меня работает, пока она не попыталась меня подсидеть. Вот об этом-то и речь. Дайте ей еще один шанс. И, кстати, у меня есть на примете класс, где она могла бы попытать удачу. Что? Какой еще класс? Извините. 11-й Б, они ее перевоспитают. Привет, народ. Привет. Как дела? Вы помните, что придет Шмидти? Угу. С минуты на минуту. Уже? Так много времени? Вот, блин. Ты что, уже закончил план реконструкции школы? Да, почти. Благодаря твоей маме. И знаешь что? Это лучший из проектов, над которыми я работал. Восстановим пневмопочту. И неоткрытую часть полосы препятствий. Смотри. Мы даже понятия не имеем, куда ведут все эти коридоры. Круто! Кстати, да. И мы пригласили твоих друзей, потому что устраиваем вечеринку в стиле «Тысячи и одной ночи». Прощальную. Что? Почему прощальную? Ну, потому что хотим проститься. Проститься с Дубаем? Папа! Чего? В чем дело? Нет. Что такое? Ты куда-то забрался? Кондра! Отлично выглядите, фрау Шмидт-Гёссенбайн. Эй, Феликс! We're going. Снимались Оскар Кеймер, Лина Хускер, Аня Клинк, Аксель Штайн, Джулия Хартман, Георг Сульцер, Максимилиан Иренрайх, Илай Крист, Йоханнес Цайлер, Михаэль Островский и Андреа Завадский. Специальный гость Отто Валькес. Тихо! Мы просто развлекаемся. По 5 ударов по ладоням. Режиссер Тим Трагезер. Автор сценария Геррит Херманс. По мотивам одноименного романа Сабины Людвиг. Продюсеры Карина Меннер и Ганс Эдди Шрайбер.
Главная музыкальная тема – Клаус Бадет. Композитор – Анна-Катрин Дерн. Оператор – Феликс Поплавский. Монтажер – Марко Павдаурия. Художник – Александра Марингер. Got it all together, we can make it right. And we will be friends forever, yeah, we're side by side. And we got it all together, we can make it right. We're going.
«Помогите, я уменьшил своих родителей». Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Пионер» в 2021 году.